Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы свяжем вот эту вот шапочку. Очень бурно вы отреагировали на нее, поэтому не откладывая в долгий ящик, вяжется она быстро, буквально за один день вы себе свяжете эту шапку. Ну, в общем, поехали. Пряжу я использовала вот эту, но это, в общем, я их использовала много, чтобы попасть в эту плотность, попасть в эту шапку вообще-то. Поэтому все, что буду говорить в процессе, менять спицы, пожалуйста, примите к сведению и начните с вязания образца, хотя бы на резинке сопоставьте эти плотности, потому что вот модель, шапка-то интересная, но там кусок на модели, и почему-то я не нашла фото на модели, чтобы было видно эта шапка. И вот мне кажется, там и лоб не прикрытый, какая-то она мелкая. Ну, в общем, регулировать буду говорить много, поэтому смотрите внимательно видео, информации будет много. Значит, основываемся мы на плотность 200 метров в 100 граммах, на плотность, на толщину пряжи. Что я сделала? Я разные как бы складывала. В общем, вы должны взять любую пряжу, какую вы хотите, но вы ее должны довести до 200 метров в 100 граммах. То есть вы берете тоньше, сматываете в два сложения, в три сложения, в четыре, это уже, я думаю, вы справитесь. Значит, у меня как раз вот это село идеально. Пробовала я вот, уже и подраспустила. Ализе Супер Илана Тиг в два сложения, очень тонко, в три много, в два мало. Ну, в общем, пробуйте. И плотности у нас у всех разные. В общем, пробуйте на образце. Очень важно попасть в плотность и попасть именно в этот узор, потому что тут мы уже больше-меньше можем сделать только плотностью. Да, значит, у меня пряжа вот эта Merino Sport в два сложения. И первые спицы я беру, и количество петель. У нас 88 петель дано четко и ясно и понятно. Корректировать мы не можем. Значит, набирать петли я буду способом для резинки 2 на 2. Снимаем. Уже проверяю, девчонки, потому что вот это съемки мои, то пишу, то не пишу. Вот как там я такая вся невезучая в этом смысле. Беру спицы, пока у меня 3,5 миллиметра, а там будут больше, потому что там коса очень сильно стягивает. Значит, набираю 88 петель. Значит, классическим способом 2 петли. Далее меняю нить, как бы, и еще раз, это классический способ, и наоборот, и одну петлю вот так вот, 3, 4, 5, сейчас вы поймете зачем, 6, одну так, 7, 8, о, уже не туда, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Итак, у меня 88 петель. Смотрите, они при этом наборе собираются вот в такие вот пары. Любовь у них. Так, я замыкаю это все в кольцо и начинаю вязать. И следим за том, затем вязать начинаю резинкой 1 на 1. Ой, что я говорю? Резинка 2 на 2. Вика. Вот. Смотрим, чтобы не перекрутить. И вот смотрим за тем, чтобы вот эти вот парочки, они не разделялись. Значит, здесь у меня лицевая, а здесь пошла уже, то есть первая лицевая, а далее пошла пара. И я их провязываю изнаночной. То есть одна лицевая будет здесь, одна отсюда, вот которые без пары. Они будут две лицевые. Далее пара пошла, две лицевые, две изнаночные. И так мы вяжем по кругу резиночкой 2 на 2.
достаточно плотненько, потому что это все-таки резиночка, да. Ну и не особо стягиваем, чтобы попасть в плотность. Ну, в любом случае, резинка это и не страшно, она имеет свойство растягиваться. А вот тот узор, я смотрю на модель, девчонки, ну он же там натянута эта шапка, такое впечатление, что на нее, а если подумать о том, что модели-то худенькие, нежненькие девочки, и шапка достаточно натянута. Вот я показывала в начале вот эта фотография. Ну, видно кусочек. Вот почему. Наверное, поэтому фотографии нет, как бы в полный рост, потому что что-то там не доделано. Вот. А шапка интересная, действительно. Либо у них плотная пряжа. В общем, я не знаю. Не могу судить, пока не держала в руках. Вот если бы я ее подержала в руках, я бы вам сказала другое что-то. А сейчас пока... Ну, то, что она маленькая, это однозначно. Поэтому я стараюсь сделать побольше все-таки, чтобы она носибельная была. Ну, в общем, еще давайте довяжу, посмотрю. Этот стык покажу вам, да, и буду вязать резинку. Что касается вот этого, как бы, отворота фиксированного, я его делать не буду, потому что все-таки оно-то и красиво, но у нас нет потом возможности эту шапку как-то подкорректировать, да, этот отворот. Поэтому я просто вяжу сантиметров 10 резинкой 2 на 2, а потом перейду на косы, да, и все. Не будем усложнять. Потому что, я же говорю, красиво выглядит, мне нравится. Вот, но факт тот, что потом этот отворот мы никак не можем подвинуть сантиметр туда, все, уже у нас нет такой возможности. Две изнаночные, видите, и здесь у нас получается одна лицевая. Здесь я не делала узел, потому что мы потом иголочкой это все затянем, чтобы было все у нас красиво. Две лицевые, и пойду по кругу, вяжу. Так, еще один, видите, вот так вот, чтобы все было. Еще один момент, лицевую я вяжу за верхнюю стеночку, видите, как лежат, а изнаночную за заднюю. Сзади достаю, чтобы петли были равномерно не перекрученные, разложенные, цветущие и красивые, и одинаковые с обеих сторон. Все, я вяжу резинку дальше. 25 рядов это у меня сейчас на данном необработанном этапе 9 сантиметров. Вот в ширину, если вот так вот естественным образом, это для ориентира вам, значит, это 18 сантиметров. Ну, если, конечно же, натянуть, то это почти до 30 можно дотянуть. Вот, от 18 до 30. Значит, что мы сейчас делаем? Мы распределяем на 4 раппорта наше вязание. Я отделю все маркерами, чтобы было понятно. Да, можно было бы и не отделять, но отделю. В общем, возьму 4 маркера. Значит, сейчас распределяем, делим на раппорты плюс, ну да, значит, раппорт у нас состоит: одна лицевая, одна изнаночная, 18 лицевых, 1, 2, 3, 4, забыла спицы поменять, сейчас поменяю. Значит, меняю спицы я на 4,5, на один размер больше спицы беру. Забыла, видите, поменять, сейчас меняю при вас. Так. И что я здесь провязала, сейчас посмотрим. Коса действительно очень стягивает, поэтому меняю на размер больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Одна изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Далее снова 18. Раз. Ну, а маркер, Вика. Так, между 1 изнаночная, 1 лицевая. Это конец раппорта, девчонки. Сейчас еще раз. Значит, второй раппорт. Лицевая, изнаночная, 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 изнаночная, 1 лицевая. Третий раппорт. 1 лицевая, 1 изнаночная. 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Изнаночная, лицевая. Третий раппорт и четвертый, последний. То же самое. Лицевая, изнаночная, 18 лицевых. 1 изнаночная и лицевая. Вот и все. Так, значит, что мы напишем здесь? Резинка 25 рядов и распределение узора. Лицевая, изнаночная. Далее 18 лицевых, изнаночная. Лицевая, всего 22 петли раппорт. Петли. Так, и вяжем пока по узору. Вот таким вот образом, как мы сейчас ряд провязали, вяжем по узору высоту. Нам нужно провязать, чтобы отворот у нас лег здесь вот так вот. А далее уже мы будем делать эту косу. Итак, девчонки, я провязала 15 рядов. Я вам буду все в процессе промерять, потому что... чтобы не было разочарования в конце вязания, то есть чтобы вы могли свериться со мной, провериться. Вот, ну вот, если вот так вот не растягивая, растянуть я пока, к сожалению, не могу, 22 сантиметра, но я могу по-другому. Я сейчас вам измерю вот раппорт, да, в нерастянутом виде, вот в спокойном, как он лежит. Один раппорт у меня вот здесь он заканчивается, 11 сантиметров. Так, один раппорт, 11 сантиметров. Вот, вот. Давайте еще я в 5 сантиметрах посчитаем плотность. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. 10 петель. Равно 5 сантиметров. Это сейчас, это без косы. Потом мы раппорт измерим вместе косы, тоже вы перепроверите. И высоту у меня 5 сантиметров, это 15 рядов. Вот я их провязала, 15 рядов, 5 сантиметров. Девчонки, перепроверяйте, потому что я же говорю, в этом случае, в этой модели можно не попасть в плотность, и все, шапки хана.
Итак, коса, значит, в 16-м ряду. Коса у нас 16-й ряд основного узора, без резинки. 16-й ряд мы делаем что? Снимаем 6 петель на вспомогательную спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оставляем за работой. Здесь перевернутые петли. Не обращайте внимания, это я просто распустила 3 петли и одела их, поэтому они перевертыши получились, потому что я уже начала 16 ряд вязать. Оставляем их за работой, эти 6 петель, и провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь возвращаемся к петлям на вспомогательной спице и провязываем их. 1, 2, ну, тут одна повернута, одна не повернута. Ну ничего, тут оно спрячется. Так что 6 петель со вспомогательной спицы. И следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь ничего не меняется. Мы просто вяжем по узору. И так все 4 раппорта. Далее снова мы продолжаем вязать по узору. В 16 ряду, запомнили, да? Мы делаем вот этот первый переброс. Их у нас будет всего лишь 3. Провязала я еще 15 рядов. В смысле, вместе с тем рядом, с которым мы, я делала, ну, этот переброс, вот этот ряд я считала как бы как первый. То есть раппорт у нас здесь в высоту состоит из 15 рядов. До первого переброса я 15 провязала, вот с первого переброса тоже 15. И, то есть у меня провязано 30 рядов. И в 31, ну, от резинки, резинка у нас живет своей жизнью. В 31-м я буду делать следующий переброс. Сейчас хочу вам промерить, чтобы вы могли вот вместе жгута. У нас коса составляет раппорт, промеряем. 9,5 сантиметров. Да, 9,5 сантиметров. Ну ничего. В общем, это просто, чтобы вы попали туда, где я. Значит, теперь следующий я здесь покажу жгут. И здесь 31 ряд. Сейчас в эту сторону у нас жгут. Сейчас я вам показываю. Так, значит, теперь для жгута я провязываю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще не сказала. Давайте провяжу, потом вам скажу еще. 6 петель снимаю на вспомогательную спицу. 2, 3, 4, 5, 6. Оставляю перед работой. Далее вяжу следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И потом петли со вспомогательной спицы. Что хочу сказать. Высоту у меня, значит, раппорт составляет 15 рядов. В оригинале их меньше. Но я почему-то боюсь, что шапка будет мелкая. Поэтому я эти 2 ряда добавила, девчонки. Вы же смотрите. Ну, в принципе-то вы увидите потом по моему результату. Да, я вам измерю уже, кстати, ну, или в конце измерю уже готовую постиранную шапку, и вы для себя решите, прежде чем вязать, потом решите, как вы хотите, высоты какой. Вот почему-то мне немного страшновато, мне кажется, шапка мелкая. Может, это последняя мода такая? Тоже не совсем же разбираюсь. 4, 5, 6. Ну, в общем, теперь я вяжу до конца ряда этими жгутами и еще 14 рядов просто по узору до последнего нашего третьего переброса. И макушка, девчонки, буквально за вечер шапка будет вам или за один день. Так что быстро очень, благодаря тому, что толстенькая пряжа. Вот, я продолжаю, девчонки. Вот, видите, второй перебросик у нас такой. Итак, я провязала следующие 15 рядов. И последний у нас
жгут делается очень точно так же, как и первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вставляем за работой. 6 петель провязываем. И теперь петли со вспомогательной спицы. И оставшиеся 6 петель. И так по кругу. И уже мы будем вывязывать макушку. Здесь хочу сказать вам, девчонки, если вот по итогу вы увидите, какая у меня получилась шапка, если вам нужна помельче, то вяжите под 13 рядов между вот этими вот жгутами. Вот смотрите, какая она получается. Вяжу. Итак, я довязала ряд до конца и еще один ряд. Значит, у меня начало вязания получается, что 45, 46, 47 рядов сейчас у меня. Вот сейчас это 15, 15, 15, 45, 46, 47. Все правильно, 47 рядов. И сейчас я начинаю сокращение. Вот там вот интересное дело. Сокращение у нас... Я сейчас сокращу, повешу маркер, чтобы знать, где начало. Вот эти две лицевые петли, которые у нас между косами. Я вообще не поняла их функции. Значит, они после последней косы там сокращены. Их больше нет. Тоже сделаем и мы. Я их просто провяжу. Тут 2 изнаночные, как бы вместе изнаночные. И здесь 2 изнаночные. Вот. То есть я сократила вот эти 2 петли. И так по кругу все. А, да, кстати. Начало ряда. Теперь будет вот здесь вот. Все остальные маркеры я сниму, потому что они, в принципе, уже... И не нужны. Они и не нужны были, ну, разве что один, где начало ряда. Вот. Они нужны были только в начале. Сейчас один у меня потерялся, 3 еще висят. В общем, сейчас остальные поснимаю, оставлю только в начале ряда. Макушка вяжется простейшим образом, способом. Так что сейчас... Так, здесь тоже я провязываю 2 вместе изнаночные и 2 вместе изнаночные. Ну и последнее. И теперь еще один круг. Здесь мы будем делать сокращение через круг, через ряд. Ну, как в принципе то и должно быть. То есть еще один кружочек я провязываю. Все вот эти вот лицевые дорожки я сократила и вяжу еще один круг. Итак, я прошла кружочек, и теперь сокращение, девчонки. Как же мы будем их делать? Очень просто. Да их там в принципе и видно, все сокращения. Значит, здесь в этих 2 изнаночных у нас ничего не меняется, все идет до макушки. Здесь же мы в начале вот этих 18 петель этой косы провязываем 2 петли вместе с уклоном влево. Вяжем, получается, 14 средних.
две последние петли мы тоже провязываем вместе. То есть здесь вот эти вот косы у нас будут сходить вот такой вот клинышек. И это все дело мы будем делать через ряд. То есть вот этот кружочек я провяжу с сокращениями, а следующий без. И вот так вот оно будет сокращаться. Я вяжу до самой макушки сейчас. Вот так вот сокращать через ряд, помним. Итак, я уже в конце перешла, девчонки, на вот эти вот спицы, потому что, ну, вот неудобно на круговых. И смотрите, что у меня здесь получается. Все как в образце. Вот сейчас я закончу это все дело. Каким образом? Я провяжу, вот сейчас у меня осталось по 2 изнаночные, по 2 лицевые. Я их провяжу сейчас все, уже мне вот это не нужно. По 2 вместе, изнаночной и лицевой. Просто стяну все оставшиеся петли. Теперь я беру иглу, оставляю ниточку побольше, ну не очень большую, вот, и стяну эти все петельки. Просто их переснимаю на иглу все. Прекрасная макушка получается. Я до конца не дотягиваю, оставляю хвостик, чтобы стянуть потом, не залезать. Так, пересняла, теперь я переношу это все дело на изнанку. Здесь завязываю узелок. Смотрите, оно все прекрасно улеглось, селось. Так, сейчас я постираю эту шапочку. Смотрите, сейчас я вам промерю без обработки, сколько она у меня. Вот, вот такая вот прекрасная макушка. Так, еще вот эту ниточку нам нужно с вами продеть, закрепить. Вот у нас стык, вот здесь вот я ей тоже продеваю иглу. И вот нам тут не хватает вот этой вот перемычки. И мы ее как бы сделаем, да, потому что здесь у нас стык. Я вот так вот подхватываю эту двоечку. Вот таким вот образом. Туда низко очень, сюда в наборные края, видите, вот этой вот перемычечки не хватает, я ее делаю искусственно. Вот она, все, далее просто увожу на изнанку, ну, под ворот эту нить. Так, есть. Так, обещала промерить сейчас. Вот так вот в спокойном состоянии. Что нам говорит эта шапуля? Значит, в спокойном состоянии 17 сантиметров у меня ширина здесь.
17 сантиметров, и высота вместе с отворотом 32 сантиметра. Ну, отворот, соответственно, вы себе регулируете. Вот. Если вот отвернуть 6 сантиметров, то вот так вот это получается. Вот все равно она мельче, чем оригинал. Ну, вот оригинал, мне кажется, мало. Но в любом случае, девчонки, регулируйте вот этим расстоянием между косами и вот этой вот величиной. То есть, если хотите прям такую, как там, но я сомневаюсь, что вы такую захотите. Сейчас я еще ее обработаю. Обработала я, вот, смотрите, что я сделала, признаюсь честно. Я не стирала, потому что я спешу вам предоставить это видео. Можно постирать, разложить. Вот, я утюжочком паром резинку не трогала. Вот только вот эту вот часть, как бы, с косой я ее просто утюжочком приплюснула. И вот, она у меня в ширину теперь 21 сантиметр. Вот она тянется, и вот точно так же она выглядит на фотографии оригинала. Вот. Так вот потом вот эти вот части растягиваются. Так, ну, длина, я думаю, не изменилась. 30,5. Вот. Ну и отворот. Вот, в принципе-то и все, девчонки. Вот, вот моя шапуля, моя версия. Вот такая вот. Если надо больше, берите побольше спицы и потолще пряжу. Если меньше, то тоньше спицы, либо тоньше пряжу. Ну, в общем, варьируйте, девчонки. Я вас воссоздала в точности, почти в точности, как в оригинале, только длиннее, как бы, вот это расстояние сделала. А так по петлям у меня все то же самое. Так, вы знаете, наверное, нужно все-таки делать помельче. Ну, тогда бы она не была такая стильная, мне кажется. В общем, напишите свое мнение. Вот так вот она выглядит. У меня можно сделать мельче, как в оригинале. Ну, чтобы вот, вот этой пимпочки не было. В общем, пишите мне, девочки, свое, девчонки, свое мнение. Я с удовольствием почитаю все. На сегодня все. Всем пока-пока.